Глюкофон под номером 271 выполнен с центральным басовым лепестком. Остальные лепестки, ну все лепестки обозначены ноты в руническом стиле. Это гравировка. На лепестках это латунь. Латунирование сделано. Лаковое покрытие. И имеют вот такие вот звездочки. Переливаются они на цвету разными оттенками. С обратной стороны инструмент имеет такие вот ножки, благодаря чему он может звучать на твердых поверхностях. К тому же это защищает его лаковое подкрытие от царапин. Можно не бояться ставить на бетон, на стол. Сейчас вот на столе стоит. Можно вращать, и ничего не будет. Инструмент настроен тональность ля минор. Пентатоника ля минор. Строим 432 Гц. Давайте послушаем, как он звучит. Теперь послушаем руками.